Какой вы же автор полный? Не, все мы авторы полные, да, но я полный на самом деле. Самый. Да, я для себя придумал такое название, переделал слово. Я называю себя импозантный мужчина. Ну, если вы только что-то захотите узнать обо мне там, или о каждом, вы будете задать тогда вопрос. Потому что так сходу сложно рассказать о себе. Я единственное, что говорю всегда, что я не музыкант, не композитор, не певец. Просто что-то там пишу и пытаюсь декламировать это все под гитару. А по профессии кто? По профессии? Ой, профессий у меня много. Да, я сначала был военным, потом был госчиновником, потом был предпринимателем, депутатом даже был. Да, кем я только не был. А сейчас? Сейчас предприниматель. В какой отрасли? А, продукты. Продукты питания. Сосы и позвонки.